Один из самых успешных оперирующих онкологов России Андрей Павленко скончался в Санкт-Петербурге. Медик прожил 41 год. Хирург-онколог Андрей Павленко из петербургской клиники И. Пирогова умер утром в воскресенье. Сегодня 5 января в 8:20 Андрея не стало, написала в Facebook его жена Анна. Медик стал широко известен весной 2018 года. Тогда после обследования он обнаружил у себя рак желудка. Несмотря на удаление желудка, Павленко продолжал оперировать и спасать людей. На личном примере хирург пытался показать другим онкобольным, почему необходимо на поздней стадии проводить химиотерапию и как следует правильно себя вести, чтобы не упустить ни единого шанса, позволяющего продлить жизнь. Его борьба с болезнью легла в основу спецпроекта «Жизнь человека». В первый день 2020 года врач опубликовал прощальное письмо. Андрей поблагодарил поклонников и всех тех, кто не остался равнодушным к его беде. «Друзья, мой жизненный путь завершается. Моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов. Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, не опускайте руки. Статистика – вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Поверьте в это. Мне просто не повезло», – рассказал Павленко. После смерти врача его жена опубликовала прощальное видео. Оно начинается со слов: «Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер». Андрей поблагодарил всех, кто прошел с ним этот путь до конца. Хирург-онколог сказал, что тронут словами поддержки, которые оставили в сети многие неравнодушные люди. Несколько известных россиян смогли победить рак. Многим известна история борьбы с тяжелой болезнью писательницы Дарьи Донцовой и актера Андрея Гайдуляна. Сейчас в клинике находится актриса Анастасия Заворотнюк. Она в новогоднюю ночь сделала эмоциональное обращение к поклонникам.